Всем привет! Сегодня у меня на разборке и чистке вот такой вот лаптоп Samsung модель NP300V5A. Какая-то интересная модель такая, ну да ладно. Здесь нет. Так, сейчас покажу. Прежде чем начать разборку, хотел бы посоветовать вам обратить свое внимание на один канал. Посмотрите, называется Total Repair. Есть интересные видео, которые, в принципе, заинтересовали меня. Думаю, что и вас заинтересуют. Это и обзор инструмента, и ремонты, а также разные покупки, советы. Разборка посылок, полезные покупки, полезные инструменты и много чего другого. Я для себя нашел интересное видео, надеюсь, и вы найдете. Поэтому переходите, подписывайтесь, ставите лайки и просто смотрите. Ну что ж, а теперь приступим к разборке вот этого Samsung. Снимаем батареечку, откручиваем крышку memory слота, есть. Так, а дальше я должен поднять все эти подушечки, так как под ними находятся болты. Будьте внимательны, крышку эту не приподнимайте, а ссовывайте на себя. Может быть, она где-то и не сильно поддастся вам сразу, но какими-то вспомогательными инструментами можно ее таки подвинуть. Ого. А, с этой стороны пошло. Подвигаем на себя и приподнимаем. Так, здесь вот наша охладительная система. Мы ее почистим. А также замена жесткого диска. Ну, замена жесткого диска — это, конечно, самое простое. Четыре болта, снимаем жесткие и все. А вот система охлаждения придется повозиться. Итак. Разбираем. Все по периметру раскручиваем.
Да. То что теперь можно открывать. Давайте посмотрим, что у нас следующее. Отдельно у нас клавиатура. Таким вот образом. О, он и пыльный, однако. Так. Аккуратненько поддеваем, чтобы нигде ничего не сломать. За что люблю Samsung и Sony последние, что вот сняли крышечку, и вот у нас доступ ко всей охладительной системе. Не надо особо мудохаться. Так, теперь по нумерации 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы снимаем всю охладилку. Также можно выкрутить сразу и вентилятор. Здесь раз и здесь два. Так, и приподнимаем, смотрим, что у нас там имеется. Ну вот, как можно наблюдать, пыли, конечно, много. Что я стал замечать, что от перегрева выходит из строя жесткий диск. Не знаю, то ли это совпадение, но уже не первый лаптоп, который идет с плохим жестким, испорченным жестким диском из-за перегрева. Возможно, это совпадение. Но... Теперь поднимаем. Так, вот термопаста. Она, в принципе, как ни странно, в довольно-таки живом состоянии. Вот только на хабе зачерствел. Зачерствела термопаста. Мы все почистим. Здесь, конечно, хороший слой пыли. Так, я пока останавливаю видео. Буду все это вычищать. Так, и здесь цепляем вентилятор. У
Если он еще и съемный, то... О, супер. Поэтому смажем смазкой. А это пока... Я уже рассказывал в предыдущих видео, может кто не видел. Вот это я замачиваю в специальной мисочке. Вот так вот. При этом растворяю фейри или любое другое средство для мытья посуды в теплой водичке, оставляю там на 5-10 минут. И потом зубной щеткой все это хорошо вычищаю. Обязательно хорошо просушиваю. Вот здесь внутри, где магнит. Выдуваю, просушиваю феном. Вот. И, в принципе, идеально чисто получается. Потом смазываем. Ну, это уже к этому перейдем. Пока ставлю паузу. Так, я готов. Вот так все это дело выглядит после чистки. Как новенькое. И вот здесь тоже все светится. Так, теперь берем смазку. И наношу на здесь по центру. И так несколько раз вставляю и высовываю, пока хорошо не смажется. Вот, ход отличный. Отлично. Теперь беру термопасту. И наношу ее в умеренном количестве на хаб и на процессор. На хаб попало немножко больше, чем надо. Сейчас я шпатулькой все это выровняю. И вот лишняя паста переходит на процессор. Вот так вот равномерно. Теперь можно и прикручивать на место. У нас первый, у нас второй. Вкручиваем. Вентилятор. Здесь один шире болт. Мне так кажется. Мне показалось одинаковое. Вот. И дальше собираем. Тоже почистил крышечку. Просовываем на
жесткого. Дальше просто прихлопываем. Ни в коем случае не через силу. Конечно же, стягивается болтами, но хотя бы вот так вот понаживлять надо. И дальше в противоположном порядке вкручиваем все болтики. Все болтики, которые находятся под крышкой, обозначены маленькими треугольничками. Будьте внимательны, не повкручивайте. Раз, два, три, и вот здесь четыре болта. Это болты крышки. Хотя этот можно вкрутить он под крышечкой. Дерево еще почищу. Вставляем эту заглушку для карт памяти. Так, жесткий диск. Сейчас я разберу. И заменю на новый, так как этот приказал долго жить. Так, пойду принесу новый жесткий диск. Так, вот такой вот новый же диск. Продал профиль. Ну, в общем, он нам тоже подходит.
сейчас вытру. Так. Где я крышку делал? А, вот еще крышку надо почистить. Так, и крышку. Таким же самым образом мы снимали, только сначала ближе к себе и подсовываем к краю. И вкручиваем. Заглушечки, батарейку и крышечку. Сейчас я протру немножко экран. Все, мне осталось установить Windows, и компьютер готов. Здесь уже кто-то что-то менял, наверное, экран, и болт чуть перекрутил. И все. Надеюсь, было полезно и интересно. Подписываемся на канал. Будет еще много интересного видео. Ставим пальцы вверх. До новых встреч!